Губернатор Юрий Берг вручает диплом руководителю предприятия «Оренбургскансервис» Александру Кузнецову. Это один из значимых итогов 8 лет работы предприятия в нашей области. Вручить дипломы приехали руководители направления «Скания Русь». К сожалению, Александр Николаевич занятой и не смог приехать в Москву, потому что мы этот диплом должны были вручить на выставке строительной техники в Москве. Вот, поэтому, как гарань идет к Магомету, значит, мы сами приехали сюда. Да, самого Александра Кузнецова можно встретить в основном на объектах, где работают эти современные машины и агрегаты. Это горные карьеры по добыче полезных ископаемых, рудники в Челябинской, Свердловской и, конечно, Оренбургской областях. По верхним горизонтам работаем это на автомобилях Scania. Мы заказывали специально для в Швеции, специально Scania для работы на таких вот месторождениях. Два первых автомобиля мы получили в феврале. Вот они у нас сейчас прошли испытания, 3 месяца мы их испытывали, загоняли и в грязь, и вот куда можно. Сейчас уже где-то в конце июля ждем новый приход автомобилей. Кузнецов, как говорят, руководит предприятием не из кабинета. Все должен видеть сам, все должен потрогать своими руками. Такой настрой ценят и оценивают коллеги. Более энергичного человека трудно найти. То есть все горит, все спорится, любая мысль, идея подхватывается. Дорабатывается. На предприятии Кузнецова работают более 1000 человек, работают в разных уголках страны. Но налоги предприятия платят в Оренбурге. Именно это оценил и губернатор, вручая лично диплом. Это ценят и оренбуржцы. И как говорят руководители Скании, впереди еще много различных проектов. А это значит новых рабочих мест для оренбуржцев и налогов в бюджет области. Это проекты в основном в строительной области и в области карьерной техники. И связаны они с развитием сервисной сети в Оренбургской области и прилегающих регионах. Михаил Белов, Владимир Семенов. Наше время.